Николай Викентьевич, через полчаса собрание в штабном вагоне. Хорошо, спасибо. Вы знаете? Я в курсе уже, я в курсе. Надо на него как-то подействовать, а то он... Ну что, вы полагаете, что я на него имею влияние? Конечно. Он вас очень уважает. Ой, Юль Дмитриевна, давайте не будем. Николай Викентьевич, мы вас очень любим и ценим. Если я себе и позволяла что-то, то это в запале, сгоряча. Поверьте, я не со зла. Хорошо, хорошо, я попробую. Только вы не понимаете, если Данилов что-то решил, я уже ничего не смогу сделать. Нет. Это вы не понимаете. Вы все можете. Все. В связи с самовольной отлучкой части персонала наш поезд будет ждать коридор еще сутки. Это значит, что раненые, приготовленные к отправке, с гнойными ранами, переломами, невыносимой болью, будут ждать нашей помощи еще 48 часов. Минимум. Я не буду в этом разбираться. Этим займется наше с вами начальство. Я подам рапорт, в котором назову вещи своими именами. Иван Егорович, я с вами абсолютно согласна. Наше опоздание к раненым недопустимо. Скажу еще. Я знала про этот поход и никого не остановила. Поэтому, как на коммунисте и парторге, вся вина на мне. Вы ошибаетесь. Если считаете, что ваше заступничество что-то изменит. Знаете, я понял одну вещь, важную. На войне есть нужные люди и совершенно ненужные. Середины нет. Разойдись. Николай Викентьевич, вы приказ 227 знаете? Ни шагу назад. Здесь тоже фронт. Почему мы здесь развели курорт? Чем мы лучше? Милосердие. Вам такое слово знакомо? Извините. Я устал, хочу спать. Вы обязательно попробуйте. Попробуйте. Милосердие. Давай!
Дай-ка ящик с гвоздями. Давай. Спасибо. Давай, давай. Молоток, вода. Здрасте. 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 Здравия желаю. Здрасте. 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 Материалы нашлись. Доктор наш. Данюк, какой толщины доска? Это глазок, а? 35-ка. 40-ка. 35-ка. Спорим. Извецкий, принимай. 40-ка. Давай, следующий. Ну что, комиссар, пойдешь ко мне в ученики? Или побаиваешься? Вот вот. Тебе что? Ну, бери инструмент. Гвоздодер есть? Ну-ка, держи, Иван Егорыч. Спасибо. Гвозди нужны? Нашел! Там цистерна, цистерна старая! Стоит, ее подлатать нужно для воды! Эй! Огородникова не мешает. Куда же ты могу помочь? Отойди сейчас. Иван Андреевич. Ну, посмотри, это же драгоценный металл. Где? Подожди, Маша. Вот-вот-вот, как вот. Держи, держи, держи. Дядечка, дядечка. Что? Что? Тихо, дядечка, не волнуйтесь. У вас кровь. Дядень, зови их. Там дядька кровит. Сиза некой голубчик, добрый молодец идет. Что не сиза некой голубчик, добрый молодец идет. Значит, ты сама сделала перевязку? Я в школе самая лучшая санитарка была. Показывали. Я дам на тебя приказ. Ты молодец. А как она здесь оказалась? Товарищ Данилов.
Я все равно из детдома сбегу. Я вас предупреждаю. Так. Что это ты тут варишь? Столярный клей для дяди Саши. Раненого после перевязки одеть сможешь? Смогу. Но надо осторожно, чтобы не больно было. И быстро, потому что другие ждут. Я смогу быстро. Ох ты какая. Руки. Руки. Береги. Это автоклав. Здесь стерилизуют инструменты. А это биксы. Здесь хранят стерильные инструменты. Биксы. А это операционный стол. Здесь должен быть порядок, и все должно быть стерильно. Руками не трогать. Руки – это собиратели и разносчики инфекции. А инфекция – это зараза. Сами трогаете. Это лоток. Сюда мы бросаем использованные инструменты. Лоток. Это питьевая вода. Кружки. А теперь повтори. Бикс, питьевая вода, кружки, автоклав, операционный стол, лотки. Инфекция – это? Зараза. Молодец, Василиса. Ну все, на сегодня хватит. Завтра приходи. Ученица? У вас много времени. Мы должны учить молодежь. Удивительно способная девочка. Если ею хорошо заняться, из нее будет толк. Взялись бы лучше за меня. Я смышленый. Опять шутите? Нет. Раненых привезли. Наконец-то. Простите. Да не мешайтесь вы тут! Идите к легко раненым! Голубчик, ты сам идти можешь? Вот второй вагон. Туда иди. Что здесь происходит? Так, его к тяжелому, в операционную. Ребята, а книги в поезде есть? Читать нужно. Ампутация. Делаем местную анестезию, это гораздо безопаснее. Это риск. Полного обезболивания не будет. Простите. Если придет в сознание, может умереть от шока. Но это вопрос умения. Вот именно. Юлия Дмитриевна, Я понимаю вашу иронию. Да, я терапевт, но все-таки кое-что я знаю. Профессор Скудеревский. Да бросьте вы с вашим профессором! Ну что вы, как чеховская душечка, честное слово. Душечка?
Так, я начальник поезда, ответственность за это решение я беру на себя. Так, пить. Всем пить. Пейте, пейте. Пейте, товарищи бойцы. Вода кипяченая, без микробов. Пейте, пейте. Всем пить. Вы не волнуйтесь, всех примут, всех осмотрят. Пейте, пейте. Тебя как зовут? Василиса зовите. Можно Петровной. Василиса Петровна, а там много врачей принимает? Двое. Мужчина и женщина. Лучше к женщине. Ну давай пойдем, ты че сидишь, давай. А, не могу, больно. Руку сюда. Все хорошо. Не надо так, не надо. Вы... Всем тяжело, не только вам. Дайте мне руку. А, не могу больше. Не надо так, не надо. Вы здесь не один. Все устали. Ольга Михайловна, да. Закончите без меня. Хорошо. Ребята, давайте мне следующего. Как зовут? Николай. Колька, на меня смотри. Смотри на меня смотри. Слышь? Все хорошо будет. Все хорошо будет. Дыши. Все будет хорошо. Так, выбросили книгу. Спасибо. Вербицкая «Ключи счастья». Любви – доля безумия, безумий – доля разума. Фридрих Ницше. Ницше не женский писатель, правда? А надо мной все смеются, думают, что я всякую ерунду читаю. Любви – доля безумия. А безумие и доля разума – тоже неплохо. Вы знаете, я в своей жизни встречал много безумцев, которые производили очень разумное впечатление. Наоборот, в разумности есть что-то страшное, пугающее. Взять хотя бы немцев. Они ужасно разумны. В их системе есть что-то страшно холодное, пугающе симметричное. Эдакий упорядоченный ад. Извините, я вас отвлек. Да. Крамин. Слышь, Крамин. Вот бы мне твои мозги. Умеешь ты бабам зубы заговаривать. А ты заметил, как она на тебя глядит? У меня зрение слабое. Минус 5. Тихо, 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 тихо. Ну, что ты испугалась? Смотри, мой руки. Мыло возьми. Будешь учиться в училище. Будете работать в морге. Привыкай. Мой руки. Все должно быть стерильно. Руки должны быть чистыми. Давай, давай. Дыши, 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 дыши. Доктор, у меня болит сильно. Я не доктор. Ждите. Так, шприцы. Помнишь? Давай. Ну, так-то уж не надо. Там терпели, а здесь не можете? Здесь страшнее. А кто вам сегодня перевязку делал? Павел Сергеевич.
У вас такие ручки ласковые. Даже боли не чувствуется. Не то, что этот. Ну что, доигралась? Пошла вон отсюда. Что смотришь? Я сказала, пошла вон отсюда. Не доросла еще. Врачи тоже иногда устают. Настоящая палевская живопись пишется по тем же канонам, что и икона. Это фигурки разного размера, обратная перспектива, это нагромождение символов, все это палех. Если бы вы видели, какой у меня фарфор, будете у меня в гостях, обязательно вам покажу свою коллекцию. Павел Сергеевич. Да? Я хотела вам сказать, только вы не обижайтесь. Да, да. Вы когда перевязки делаете, смотрите внимательнее. Вы сегодня в ране тампончик оставили. Почему вы думаете, что это я? Это были вы, раненый сказал. А там необходим был дренаж. Вы, если чего не знаете, спрашивайте меня, я подскажу. Юлия Дмитриевна, вы же тоже иногда ошибаетесь. Спасибо. Что такое? Что? Девочки, спасибо. Ну что? Устала. Васька шприц разбила, я ее выгнала. Теперь, наверное, не придет. Характер. Так. Я становлюсь старой девой. Да? Нет. Вы... Нет. Девочки, сделайте чаю, пожалуйста. Что там? Опять овсянка? А мясо есть? Мясо вторую неделю не получаем. А что ногу мою? Выбросили уже? Сварили бы наваристого борща. Товарищ Глушков, вам надо есть. Знаете, сколько в этой каше калорий? О, кушай калории! Товарищи, как самочувствие? Отлично! Кушаем овсянку, превращаемся в лошадок. Есть нужно, спать нужно, жить надо. Вот. Две ноги. Так веселее. Ты хоть понимаешь, где ты побывал? Побывал. Побывал. А ты побывал? Отдыхайте, товарищи. Поправляйтесь. Шел умирать. Остался жив. Это большая удача. Ах, прошу прощения. Но я вижу, человек для войны не очень приспособленный. Специальность у вас какая-нибудь особенная. Слышь? Ты сам-то зачем пошел? Видите ли, я очень состоятельный человек. Я главным образом ходил защищать свое богатство. Что такое? Николай Викентьевич, на супругу есть жалобы. Небрежен,
грубит раненым. Ну, раненые бывают капризным. Я считаю, нужно поставить вопрос на собрании. Иван Егорыч, вы делаете все, что считаете нужным. Что с вами? 5 месяцев нет писем. Иван Егорыч, отпустите меня. Я в Ленинград хочу поехать. Пожалуйста. А? Как это я могу вас отпустить? Во время рейса? Ну, поймите, я разбит совершенно. Я целыми днями только о своих думаю. Я ночью не сплю. Всего неделя. Я только туда и обратно. Николай Викинич, многие хотели бы повидаться со своими родными. У Кати Голиковой мать в Белоруссии, в оккупации. Вестей нет. У Лены Огородниковой муж. Давайте сейчас все разойдемся. Ну, вы... Пожалуйста, пожалуйста. Я... Простите, я все понимаю. Я понимаю, что это малодушие. Николай Викинич, ну, Николай Викинич, слабость придает силы. Это же ваши слова. Страх. Вот. Так докажите это на деле. А мы посылку хорошую соберем. Я уже отправлял, ответа не было. Значит, вышлем такую, которая обязательно дойдет. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Простите меня. Ничего, ничего. Я... Что-то... Я не знаю. У меня что-то померкло. Уничтожено 35 самолетов противника. Наши потери 5 самолетов. Такова ситуация на фронте, товарищи. Переходим к организационным вопросам. Пожалуйста. Консервированная кровь, которую мы получили, не годится. Нужны доноры. Кто может сдать кровь? Хорошо. Осталось 2 вопроса. Первое. На одного из наших сотрудников поступают жалобы от раненых. Я считаю, что небрежность и грубость по отношению к ним, особенно в нынешней ситуации, должны быть уничтожены и забыты, Павел Сергеевич. Да, речь идет о вас. Это неожиданно. А позвольте узнать фамилию. Кто? Кому я грубил, коллеги? Кто видел? Что? Вы что, всерьез считаете, что показания раненых можно воспринимать? Эти люди не отвечают за свои слова. Их состояние, мягко сказать, специфическое. Они долго ждали отправки из госпиталя. Тряслись в машине, их врач вообще сбежал. Естественно, что они считают нас всех врагами. Но на других они не жалуются. Вот, значит, как коллеги. Лечишь людей. Ночами не спишь. Устаешь, как собака. И на тебе. Обидно. Но если сигналы будут и впредь повторяться, я буду вынужден принять жесткие меры. Теперь второе. Все мы знаем положение в Ленинграде. У Николая Викентьевича там семья. Есть предложение собрать посылку. Нет, не надо. Подождите. Не надо. Подождите, доктор. Не надо, подождите. Я прошу. У меня будет возможность ее отправить. Я уже дал распоряжение Соболю собрать кое-что. Но, думаю, этого будет недостаточно. А если бы каждый из нас пожертвовал 1 кусок сахара, кусок хлеба. Товарищи, сядьте, дорогие, я не договорил. Надо. Сядьте. Пожалуйста, Иван Егорович. Сядьте, Николай, я не договорил. Вот, то мы смогли бы прибавить к посылке существенную часть. Разумеется, это добровольно. Скоро мы пополним запасы продовольствия. Так что ваши жертвы будут недолговременны. Друзья, товарищи, дорогие мои. Николай Викентьевич. Я вас уверяю, это не нужно. Почему не нужно? Мы же все свои, мы все понимаем. Thank you.
5. Пшенка 2,20 кило. Овес 5,5. Семен Андреевич. Сюда нельзя. Даже мне. Фаина Васильевна, вам можно везде. И даже, признаюсь, в моем сердце, но сюда нельзя. Вам что-то нужно? Нет. Ничего. Мне ничего не нужно. Я не для себя. Для доктора. Две банки тушенки. У вас ведь есть? Ну, так доктор, он маргарин 800 грамм, тушенка килограмм, сахар килограмм, сало 300 грамм. Доктор... У вас же есть НЗ, я знаю. Правда? Я знаю. Ну, давайте рискнем. Грубо. Прямолинейно. Приятно. Одна сгущенка, одна... Семен. Две сгущенки. И тушенка. Я потом все сам вынесу. Хорошо. Идите. Катя, сюда. Я не знаю, как это произошло, но там исчезло 10 банок сгущенки. Как это произошло? Я не знаю. Глаза смотри. И я не знаю. Но кто-то знает. И я знаю, что кто-то знает, что кто-то знает. Смешно, что у нас совпали группы крови. Не смешно. Прекрасно. Я слышал, вы еще финскую воевали. Да. Значит, вы смелый человек. Бывают такие вещи. Я выросла в Энгельсе. Там 20-е годы. Голод был. На улицах лежали трупы. И стояла такая тишина. Я с тех пор не люблю, когда тихо. У вас голова не кружится? Да, немного. А у вас? Немного. Я знаю, вам кажется, что я дура. Просто вы жизнерадостный человек. И очень обаятельная женщина. Всю мою жизнь мне нравятся серьезные мужчины. Но у меня с ним ничего не получается. Чтобы понравиться таким, как вы,
Нужно вести себя как-то иначе. Как вы посоветуете? Никогда никому ничего не советовал. Какая у вас жена? Она очень привлекательная женщина. Моложе меня на 20 лет. Теперь вряд ли ей будет интересно со стариком-инвалидом. Вспомнил совет. Я довольно часто забываю. Всегда это кончается плохо. Никогда не предавайте саму себя. Никогда. Данилов, Ваня. Танюх. А я тебя сразу узнала. Ах ты, Иван-царевич. Как Ленька? Умер Ленька. Убили. Похоронку получили месяц назад. Да ладно, отплакали. А ты зачем тут? Танюш. Нет, Вань, не могу. Знаешь, меня сколько людей просит? Их проверяют. Он не может. Танька, я же не для себя. Это очень хороший человек. Он просто с ума сходит. Полгода писем нет из дома. Тань. Хорошо. Ну хорошо, ради тебя. Спасибо. Таня, еще вот какая просьба. У тебя есть списанные книжки, так, чтобы не возвращать? У нас один книготей, он их не читает, он их ест. Бывает. А знаешь, а мне Фаина письмо написала на фронте. Ой, какая хорошая женщина. Я даже не представляю, что бы я сейчас делала без нее и кем бы была. Но надо же, бывают же такие люди, да? Удивительно. Да, бывает. Так ведь она же здесь была. Спрашивала про тебя. Она же с мужем-то развелась. Не знал. Может, чайку? Таня, времени нет. Лучше книжки. Ну, хорошо. Ладно. Ты здесь подожди. Письмо отправил тоже. Книгу, кстати, купил. По случаю очень редкую на рынке. Поздравляю. Иван Егорович, я вот все мучаюсь. За что вы меня не любите? Неподходящее слово для наших взаимоотношений. Я поставлен следить за порядком. Если кто-то его нарушает, подвергается дисциплинарному взысканию. Я стараюсь. Честное слово, я стараюсь. У меня, может, много не получается, но поверьте, я стараюсь. Если бы вы старались, то поступали бы по-другому. Вы что, думаете, никто ничего не видит, да? Не надо, Павел Сергеевич. Вам наплевать на всех и на все. Ну, кроме этого. Книгу новую купили. И опять ее никому не дадите. За что вас любить? История майнского фарфора. Кто ее будет читать, кроме меня?
Да дело даже не в книге. Вы халатно относитесь к раненым. Если вдруг нужна помощь, вас нет. Может, вы просто плохой врач? Обратитесь к Юлии Дмитриевне, она прекрасный специалист. А эти ваши личные амбиции только мешают делу. А у вас, значит, амбиций нет? Вы ничего не хотите? Я хочу, чтобы люди, глядя на мою работу, сказали: это сделано хорошо. А я хочу домой. Вся эта грязь, антисанитария, отсутствие элементарных удобств. Все это меня угнетает. Я человек привычки, это так. Я не военный человек, я в этом не виноват. Так может, раненые виноваты в том, что вам не нравится грязь? Павел Сергеевич, война. Никто себе не принадлежит. Я понимаю. Да, я понимаю. Я буду стараться. Картошка виловата, виловата. Таранька пересушена. Что тут у нас? Редисочка. Пойдем. Кролик, кролик, купите кролика, недорого. 10 рублей. Нет. Свеженькая, да? Свеженькая. Не надо, спасибо. Так, ну а посмотри, что ты мне даешь. А вот, Иван Иванович, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Они у вас не больные? Здоровые. Так. Поросяточки у нас, да? Какие хорошенькие. Вот какие хорошенькие-то. А чего это они у нас такие тихие? Дети войны. От ребятишек родных отнимали, лишь бы прокормить. Ну, это понятно, это понятно. Полцены и забираю сразу всех. Не. Всех сразу. Ты можешь за полцены вообще бесплатно отдать? Ну, да, понятно. Давай добавлю. Иван Егорович, подожди. Времени нет. Секунду. Да ты посмотри! Посмотри, какой! Тихие! Нет, не тихий. Этот не тихий, да. Этот не тихий, этот не тихий, и этот не тихий, да. Тебя как зовут? Раиса. Раечка, за полцену сразу всех. Не, уговор. Раечка, не. Раиса, ну ты, тебя мужчина просит. Что ж ты, а? Раечка, сразу всех, и ты идешь домой. Все. Почем, а? Тебе пару банок бесплатно, да? А, красавица? Мне нужно 10 банок сгущенки. Придется постараться. Хорошо, я поняла. Иди во двор, Раиса. Ну, черт с тобой, забирай. Спасибо большое. Покой. Ну. Ну, вот этого давай. Ага. Держи. Откуда у них сгущенка? Категорически запрещено кормить соленым. Кормить, чтобы всегда оставалось. Кормить желательно вареным
Всегда иметь в наличии чистую воду. Избегать сквозняков. А я говорил, у меня сердце кровью обливается, когда я думаю о помоях, об отходах пищеблока. Мы выбрасываем под откос бездну добра и очистки, и ведра с объедками. Теперь свиней будем кормить. Но это я к тому, что хорошо. Такие хорошенькие, только худые какие-то. Да, стройные поросята. А вот этот на Протасова похож. Констрицын, ты ведь из деревни? Да. Вот под твою ответственность. Дайте ему инструкцию. Их соской кормить надо. Из бутылочки. Товарищ комиссар, мы так не договаривались. Все не обсуждается, это приказ. Ты же понимаешь всю важность хорошего питания для наших бойцов. А те, кто будут смеяться, будут тебе помогать. Товарищ Данилов, майор Соколянский, главное транспортное управление НКВД, а это главное санитарное управление, майор Антонов, лейтенант Вахненко. Мы хотели бы осмотреть ваш поезд. Соберите весь технический и медицинский персонал. Ну и приготовьте документы, все, что необходимо, для отчета.